Вы смотрите обзор товара-средства от фитофтороза Profit Gold, 3 грамм. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Против фитофтороза. Водно-диспергируемые гранулы, 250 грамм на килограмм цимоксанила плюс 250 грамм на килограмм фомоксадона. Суперсовременный препарат. Идеально работает в сырую погоду при высокой опасности заражения. Не смывается дождем. Не допускает распространения болезней в посадках. Лечит скрытую стеблевую инфекцию. Высокая эффективность в очень низких нормах расхода. Для чего и где применять? Для защиты и лечения от наиболее вредоносных болезней. На томатах и картофеля против фитофтороза и альтернариоза. На луке – от пироноспороза. На винограде – от милдью. Как применять? Опрыскивать профилактически до появления признаков заболевания. Картофель – до смыкания ботвы в рядках. Томаты – вскоре после высадки в грунт. Лук – активный рост листьев, пера. Виноград – до цветения. Всего 3-4 обработки. Действие и результат. Двойная защита растения, снаружи и изнутри. Контактный компонент фомоксадон создает на поверхности листьев и плодах защитную пленку и мгновенно уничтожает инфекцию на растениях. Системный компонент цимоксанил быстро проникает внутрь листа и стебля, блокируя развитие болезни. Безопасность и экология. Третий класс – умеренно опасное вещество. Нетоксичен для пчел и почвенной микрофлоры. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.